Долгое время ее имя ассоциировалось с джазовой музыкой, но в какой-то момент певица Ульяна Пережогина вышла за рамки и без того свободного жанра. Так на свет стали появляться проекты, которые собирают полные залы зрителей. В коллаборации с музыкантами Faden Project получился экспериментальный концерт, основанный на джазовой музыке с электрическими сэмплами и звуками. Люди в нашей жизни встречаются не просто так. И тот импульс, который был у меня, он был отражен среди музыкантов. То есть я считаю, это наше общее вдохновение, наша общая идея. Но есть мечта, и я следую, иду за ней. Она стала, возможно, целью уже. Я расту, как любые исполнители, артисты, музыканты. Я расту, и, соответственно, растет аккомпанирующий состав. И это правильно, это здорово. Я очень рада, что в Челябинске есть такая возможность сделать качественный продукт. Ульяна не раз оказывалась героиней светской хроники, еще и как обладательница индивидуального стиля. А значит, лишним не будет сказать, что сценический образ этого концерта тоже не случайен. Образ очень долго искала, что мне хотелось изначально, чтобы это точно была какая-то шкура с глазами, вот я прям видела это. Ну и сначала к одной девушке обратилась, потом к другой, в итоге с Ксенией Герц мы сработались хорошо, и она... Такие глаза мне сделала на спине. И вообще... очень сильно напугала песня. Напугала? Я хотела это, я, значит, добилась этого. Электрические сны стали музыкальным пространством между сном и реальностью. Зрители полностью погрузились в атмосферу этого шоу. Очень долгожданный концерт. Ульяна – это одно из ярких, мега-крутейших проектов нашего Челябинска. Ульяна – это бренд. Бренд высококачественной музыки. Это бренд вкуса, роскоши. Ну, впечатление просто грандиозного проекта. Это супер. Это просто какое-то волшебство. Концерт просто удивительный. Я настолько под впечатлением нахожусь. Все здорово. Я в восторге, честное слово. Просто сидела каждый номер, но это что-то просто волшебное, так сказать, не из мира сего. Электрические сны в интерпретации Ульяны показали, насколько разнообразным может быть музыкальное творчество.